стоят вот такие хутора одинокие. Вон там за деревцами море. Мы едем вдоль побережья. И море вот, вот тут вот. Вот оно. Льдом покрытый Финский залив. Вот тут вот сразу за кустиками. Видишь, люди там ведут. Ну да. Так. Всем привет! Вы на канале Из Эстонии с любовью. Мы сейчас приехали на наш водопад Онтика. Это достопримечательность Эстонии. Это самый большой водопад в Прибалтике. У нас тут сегодня аншлаг. Вот сколько туристов собралось, машин приехало. И с той стороны, и с этой. Погода летная, минус 7 всего. Финский залив. Вот тут вот где-то под нами шумит водопад. Деревья все покрылись желтыми сосульками, потому что вода идет с полей. То есть она с примесью земли. Туннель, по которому бежит вода. Но она там замерзшая. И водопад сейчас замерзший. Вот так вот красиво. А там вдалеке, за деревьями, внизу, возле моря, люди ходят, гуляют. Туда ведет тропа, построенная руками человека, буквально года полтора назад, два даже, да, деревянные мостики, идущие вниз. Тут народ спускается вниз. Но ступеньки, конечно, такие заледенели, и мне на каблуках сложно идти. Держусь за поручни. Вот водопад. Наверное, слышно, как вода шумит, и немножко видно вон там вот среди желтых сосулек. Ну, вот такой он у нас обычно в зимнее время. Там вот вниз ведут ступеньки. Вот туда, вот туда вот. И тропа уходит вот туда, далеко к морю. Но мы туда не пойдем, и что тут не по погоде оделась на каблуках. Мне будет не спуститься. Потому что ступеньки вот такие решетчатые. Я боюсь, что там каблуки у меня в них заблудятся, поэтому... Море. Люди вон по льду ходят. Вон. На льдине. Мы плывем на льдине, как на бригантине. Вот люди не боятся по льду. Но лед в этом году знатный. Где-то метров 400. Ну да. А море не замерзшее. А море такое. Море очень суровое. Паласте матка. Матка — это, по-моему, походы. Матка может ходить походы, значит, походы. Я Ипперада. Иппер, что-то там учиться или учить. Вот это вот нарисована, вот эта вот тропа, которая сделана вдоль моря и по которой можно прогуливаться. Вот здесь вот спуск вниз вдоль водопада. И вот тут вот такая вот тропа. Мы тут тоже гуляли и с вами когда-нибудь прогуляемся. Летом вот так вот